Я готов. Ярик! А сейчас будет самое сложное. Тут это Клайп, а видно 10 километров, смотри, самый борзый стоит. Не зря он Клайп, да. Стасик, ты так постарела, привет. А ты-то как постарел. А кто это, я не знаю. Это чайник. Это Лера. А, это Лера, которая из команды ушла. Приветики, Натак. С тобой видеться не хочу. До свидания. Привет. Ну вот грозный Клайп, конечно, тебе за километр видно. Здравствуйте, Курлык. Да. Курлык. А вроде как все адекватно прошло, даже не орали, как в прошлый раз. Да. Хоть в прошлый раз я записывал, но на канал не выложил. Ну ладно. Мужик. Мужик. С тобой все нормально, мужик. Мужик, вход в отель вот здесь, ты немного не дошел. Все нормально, если что-то надо, ты только тяпкни. А он, бедный, летел, просто долбанулся об стекло, упал и сейчас не... Мужик, можете скорую вызвать? Ты вообще лег, ты встать можешь? Слушай, может ему реально... А как мы ему водички нальем? Мы приехали. Я уже жил в этом отеле на прошлом ВК-фесте, который был в 2019 году. И я решил, что опять будет прикольно приехать в этот же самый отель и спать с Яриком на двух раздельных кроватях, которые находятся, кстати, очень близко друг к другу. Тебе там нормально? Я? Да. Да. Что? Хорошо. Хорошо? Ярик там моется. В общем, здесь буду спать я. Здесь будет спать Ярик. Мы, конечно, немножко кровати разделим, потому что они слишком близко друг к другу находятся. Это Ярик уже себе купил вот эту вот футболочку с аниме. Но я-то ее у него украл и уже сделал фотку к себе в Телеграм. Можешь посмотреть, ссылка в описании. Не буду напоминать про Телеграм, никто в него не ступит, как обычно. В прошлый раз, конечно, вид был красивее на лес. Сейчас на крышу. Но самое главное, это вот что. Я хоть с собой Марти не взял, но зато я нашел замену для Марти. Я как только ее увидел, я решил то, что, ну, замена Марти и заменитель должен быть всегда со мной. Поэтому он будет валяться на этой кровати, пока меня дома не будет. Как я миллиард раз уже говорил, самый лучший подарок в жизни – это носочки. Я купил 5 вот таких вот пар, чтобы когда я вернулся домой, я раздарил их, ну, всем своим знакомым. Ярик, ты помылся? Чистенький и не вонючий. 28 градусов. Мы как только приехали, мы офигели. Пока в отель доехали, 10 раз уже вспотели. Короче, план такой. У меня как бы сегодня день рождения, если кто-то вдруг не знает. Ярик сейчас помоется, потом я помоюсь. Мы живем возле парка, потом мы в него пойдем, а там уже целый набор наркоманов Петровичей тусуется. Мы будем кататься на самых страшных аттракционах. Я, конечно, показать не смогу, потому что с камерой на них не пускают. Но зато я покажу... Как Рейд обкекается после того, как сойдет с американских горок. Я как вспоминаю вот про эти вот петли, на которых начинает тошнить. Кайф! Главное не блевануть. Ты там как, нормально? Чё? Нормально там? Чё? Чё? Говорю, не горячо! Я там нормально. Нормально, говорит. Бери камеру. Не успел я выйти из отеля. Тут подгончик. Можете прочитать, что там написано. Я надеюсь, тут деньги внутри, а не какие-то отвертки. Хотя бы тысяч. А вот и Пеннивайз стоит. Это Натаха. Нет, это Амочка. Амочка? Нет, Натаха. Некоторые информации сказали, что у вас сегодня день рождения. Ага. У меня для вас есть небольшое задание. В центре парка стоит круг с водой, а воду не нальют. Будьте добры, пройдите вот туда. И прежде чем вы пойдете, я попрошу вас вступить в один телеграм-канал для того, чтобы наша игра продолжилась. Сейчас я кину вам ссылку на телефон.
Вы мне тут квест устроили? Я тут ни при чем. Я хотел на аттракционах покататься. А ты не поешь? Теперь ты Пеннивайз. Кажется, я разгадал загадку Натахи. Я встретил Клуйпа и второй красный шарик. Тебе тоже от меня что-то надо? Как только выйдешь ты из парка, впереди увидишь железного Тони Старка. Давай шарик и вали отсюда. Пошли, Ярик. Он нашел один красный шарик, затем второй красный шарик. А сколько красных шариков впереди, мы 8, еще не знаем. 8 примерно. А следующий? Вот там вот возле арены. Вдалеке я вижу там за 2 километра красная точка. А уже 5 вечера. А мы пришли на аттракционах покататься. И походу мы уже не покатаемся. Спустя 2 километра мы пришли к третьему красному проклятому, который я уже ненавижу, шарику. И здесь стоит Хурейд. Хурейд, ты загорел? Здорово. Не снимай. Следующую загадку. Загадку? А у нас все побольше на этот. Ешьте. Я не буду. Ну, либо ты, либо он. Он ест сладкое. Я не ем сладкое. Сладкое. Вообще ни разу не сладкое. Кушай сладкое, не сладкое. Хрейд дал конфетку Ярику. А Ярик любит кислое. А Ярик сейчас отравнется. Что тебе надо, Хрейд? Давай я шарик. Я прикольнуться хотел, на. О, он прикольнулся, понятно. Открывай. Секрет. А это координаты. Прям как в Майнкрафте, да? Нет. В смысле нет? Гадай. Ну, короче, загадку мы разгадали. Эти цифры – это нумерация в алфавите. И в конце концов получилось Мартирос. Вот. Я отправил им сообщение, они должны сейчас мне что-то написать. 3 шарика уже, Ярик. А их 8. А у меня пот по спине стекает. Короче, надо сейчас по карте. Я не понимаю, мы находимся, наверное, где-то вот здесь, да? И нам надо обратно. О, нет. Еще 2 километра в ту сторону. Вот туда, далеко-далеко. Я что, спортсмен, что ли, чтобы за день 20 километров пройти? Так вот к чему тебя тренер-то готовил. Фух, ну пошли. Насколько можно издеваться? Когда вы были на первой локации, вы забыли кое-что очень важное, что у вас сегодня день рождения. Поэтому нам нужно вернуться туда и закончить этот квест. О, так это будет последний шарик, что ли? А еще подсказки. Нам нужно пройти к отелю. Так я это и так знаю. Такая подсказка. Как я понимаю, это конечная точка этого квеста, да? Ну я подожду. Давай. Угу. На, держи. Ничего в этой жизни нет. Обнять нас, спасибо нам сказать. Дай ему пофоткать, что. Ребята, подарки разбираем. Просыпаемся. Спасибо. Только я потный, я вонючий. А мы тоже. Абсолютно. Мы с Клаймом вообще тут самые. Да не потерялись. Вы надеялись, непонятно зачем. А с тобой-то мы уже, ну ладно. Все равно. С тобой. Ну вы, конечно, заставили нас пока. А Ярик это за что? Ярик. Бедный Ярик. Он не входил в наши планы, но вошел. А мой снизу стоит. Смотри. Я, знаешь, вот я откуда-то узнал. А мой сверху. Я откуда-то узнал. Ну, от Кости, да, скорее всего? Да, не. Нет, Кости. Разработка Натахи. Да. Когда другой человек делает, это же приятно. Более приятно. Когда другой человек делает, это всегда приятно. Привет. Получилось наконец-то. Еще лучше надо. Нет нового заказа. Все, мне кажется, мы его здесь оставляем. Все, пошлите. Ай, пока, чел. Пока, Миша, ты был хорошим другом. Мы приехали в отель.
Я уже не могу, я не могу нормально разговаривать. Этот день длился как неделю, наверное. Ну, наверное, учитывая то, что я не спал 3 дня. Ну, ладно. Столько всего произошло, кошмар. Мы вкусно покушали в честь дня моего рождения. Немного даже пофоткались. Прошли 4 километра пешком за раз еще после этого. Находили примерно 27 тысяч шагов. Ярик в третий раз за день пошел принимать душ. Сейчас 2 часа ночи и через 10 часов первый день ВК-феста. Я сейчас сдохну. Просто мое настроение по жизни. А ты сейчас сдохнешь, Ярик? Ты сейчас сдохнешь? Он сдохнет на кровати. Но мы-то кровати не отодвинули, поэтому мы будем спать вместе. Ну а чё? Я одинокий молодой. Вот чё, 3 дня не спать, чувствуешь себя как будто вот так, как я себя сейчас чувствую. Кошмар какой-то, господи. Спокойной ночи. Ядрить-колотить. Увидимся завтра. Мы ж увидимся завтра. Чё? Он голый, а чё ты голый? Я в трусах. Он в трусах. Ярик, мы не настолько ещё близки, что... Ну извините, я сплю в трусах. Спокойной ночи, я уже тебе сказал, всё. Ой, это ж свет надо идти отключать. Ну, я так подумал, то, что разделить мой день рождения с ВК-фестом будет хорошей идеей, поэтому получится 2 целых полноценных влога. И вторая часть выйдет буквально через 5-6 дней. Телеграм, давай, чтобы я 10 раз не напоминал. Ссылки есть в описании, я там каждый день что-то публикую. Все, что было на ВК-фесте, ты сможешь найти там. Ярик был в трусах, не голый.